сопряжено это со взрывом. Причины и характер взрыва устанавливается. С этой точки взрыва сдетонировали емкости напротив стоящей заправки, в результате чего произошло возгорание и пожар. Вот та точка, где мы сегодня находимся, это, по сути дела, эпицентр трагедии. В настоящий момент всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. В основном это люди, которые пострадали от ожогов и травм, полученных при взрыве, в том числе от различных предметов, стекла, конструкций и так далее.